В Сосновском районе Челябинска заложили один из первых в России карбоновых полигонов. Это территории с уникальной экосистемой, созданной для контроля углеводородных выбросов. В рамках мероприятия представители власти, общественных организаций и промышленных предприятий Южного Урала высадили деревья. Ну, мы поддержали инициативу губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текстера по поводу озеленения территорий. И вот сегодня посадили 175 тополей на территории 46 гектар. Это только первые посадки. Дальше будут, значит, высадки деревьев на всем этом участке. В 2022 году Евросоюз планирует ввести углеродный налог для импортных товаров, производство которых сопровождается выбросом парниковых газов. Это коснется более 2000 предприятий в Челябинской области. Карбоновые полигоны позволят проводить исследования в области экологии. Будут произведены замеры университетами, которые тоже являются активными участниками проекта. Вот, после чего будет разработана как бы такая научно подтвержденная методика. И эта методика будет использоваться для расчета поглощающей способности всех российских лесов. В ближайшее время на Южном Урале будет два карбоновых полигона на территории Сосновского и Верхнеуральского муниципальных районов. Высадку деревьев внесут в реестр цифровых климатических сертификатов. И вот то, что озеленение мы сегодня закладываем и проводим, да, это в том числе для сохранения экосистем уникальных этих боров, да, в том числе создание зеленого пояса. Вообще наша задача и мысль, да, то есть объединить все островные боры вокруг города как раз такими буферными зелеными зонами, как раз для того, чтобы создать такой некий зеленый пояс и зеленый щит. К концу 2026 года планируется выход на биржу углеродных единиц. Ожидается, что уровень поглощения парниковых газов возрастет не менее чем на 10% от текущего уровня в регионе. Проект нацелен на благоприятный экологический и экономический эффект. Иван Наконечный, Владислав Шишмаренков, Урал-1.